14 человек погибли и 27 получили травмы в результате крупного ДТП в Японии. Водитель туристического автобуса, который следовал на горнолыжный курорт в префектуру Нагано, не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу, сбила ограждение, упала с высоты 3 метров и перевернулась. В салоне находились более 40 туристов. По информации полиции, которая сейчас выясняет причины трагедии, погодные условия в момент аварии были нормальными.